Здравствуйте, это Slot News, и мы находимся в одном из самых старейших городов России – Пскове. Сейчас в клубе проходит саундчек, группа готовится к концерту. Это будет что-то незабываемое. Раз, раз, раз. Пенис. Давайте заглянем внутрь и узнаем, как группа Slot пишет ваши любимые песни. А уже 100 лет ты пишешь? Да. Может, это была первая строчка? Слушай, ты на что к кому обратиться, чтобы был первым? Это кто угодно может. У меня сразу мозг начинает работать, что это ответственное мероприятие, что я должен сейчас что-нибудь обязательно придумать. Иначе потом вдруг действительно... это получится песня. Ну вот, а я кажется, что это какая-то фигня. Ну вот. Может, начнем не с меня? Да ладно тебе. Пусть Дуду сразу... Так, сейчас надо подумать, это очень-очень сложно. Ой, Таня, просто вообще катастрофа какая-то. Вы все сложнее и сложнее вопросы задаете. Я помню, ты меня спрашивал, как на ноль, вот если... Сегодня 0 градусов, завтра в 2 раза теплее. Сколько будет завтра? Я чуть не засыпался, ей-богу. Так, песня. Ну это какая песня-то должна быть? Классическая, слотовская или что? Ну, скорее всего, да. Или конечно. Это можно как-нибудь другое? Ну как получится, знаешь, сейчас мы не можем просто... Смотри, если это классическая слотовская песня или слотовская, как правильно? Как читать? Слотовская. То значит, это Кэш должен начать. Давай. Идем? Так, значит... Ёлка. Ритмик примерно. Главное начать, и кто-нибудь продолжит. Антон Дьяченко, «Бабок мне должен». И приготовил романтичный ужин. Ленину отдам я ужин, так как с ним я, бля, не дружен. Народ во всем мире, когда он безоружен. Геннадий Скукоренко, весьма совсем простужен. Это не важно, все равно кто-нибудь когда-нибудь станет ей мужем. Из меня замечательный поэт. Я подпариваюсь натуральной кожей, она такая становится. Кудрявая. Не, мы не можем. Такая пожухлая и новая. А поле может Серега, куда пошел? Тихо. Перепутал. Антон. Ваше здоровье! Ты меня
Наконец-то! Прорвало! Наша съемочная группа отправляется домой.